Добрый день, уважаемые жители и гости города Алапаевск. Добрый день, молодежь. Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. День молодежи 2017. А ты молодой и талантливый ты, у тебя есть идеи, у тебя есть мечты. Союз молодежи, приходи поскорей, найдешь ты себя и надежных друзей. Мы молодые, надежда страны, традиция предков всегда верны. Мы молодые, одна семья, это ты, это я. Мы молодые, надежда страны, традиция предков всегда верны. Возведем города и откроем миры, и расскажем о нашей красивой земле, и честь эта выпала мне и тебе. Мы молодые, надежда страны, традициям предков всегда верны. Мы молодые, одна семья, это ты. Я хочу поздравить вас всех с праздником, всех поприветствовать. Сейчас мы начинаем свой рэп-фестиваль. Боль, страх, поддержки, крак, насилие по воздуху, прах, чмуха, начальник, кирпонах, страх и боль, выходим на волю, головой не паникерим, будем на кровь, читаем, на шейку палку ступить, вхож, не социальный конфликт, фир энд фэй, либо рейд. Боль, страх, поддержки, крак, насилие по воздуху, прах, чмуха, начальник, кирпонах, страх и боль, выходим на волю, головой не паникерим, будем на кровь, читаем, на шейку палку ступить, страх и боль, играем роль в отеле, всегда были модим пить. Наш город небольшой, но вряд ли кто-то слышал. За уральской спиной, Свердловской области крыши. До нас подать тут рукой, от родного Яката скажи привет, дорогой. С Алапаевском рядом, пьяным взглядом листаю ленту контакта, там на признаниях пишут, друг друга ищут там как-то, ну или как там. Быть может, вырос уже, не понимаю. И как-то пусто в душе, закончил техом. Ну и куда мне теперь? Думаешь, просто так, но не везде открыта дверь. Ты, братан, поверь, после учебы твоей тебе предложат работу за 10 тысяч рублей. А чё, неплохо я, значит, учился не зря. Будешь папой, мамой жить, все отлично у тебя, все отлично, яу. Как и с дорогами тут, ведь только в нашей стране асфальт кусками кладут. На груди развивается лента, наши ныли висят ордена. Все мы верили в вашу победу, и не забыть ее никогда. Неужели забыли всю то, что нарушил? Я с глубокой тоской заглянул прямо в душу, успокоил его, и сейчас мы все рядом. Ведь бессмертным полком все пройдете парадом. Каждый ликом святым эту славу несет, и ее не предаст наш советский народ. Не забудет Россия то народное братство. Позови в горький час, вместе будем сражаться. В твоих глазах непогасим, я знаю. Тысячу лет и зим ты будешь в сердце навсегда. И пусть банальные фразы о любви мне небеса сказали. Если упустишь, ты король дураков и мудак. В общем, забудем ссоры все и разногласия. Твои ты идиот, мои некорректные фразы. И вместо этого устроим бесконечный праздник. Он будет белым полотном, а мы его раскрасим. Взрываем танцпол и не думаем о том, чтоб нажимать на стол. Разгоняем дым, это значит быть молодым, yeah!
это быть молодым, это значит быть молодым, где? А в голове дым, это значит быть молодым, где? Это быть молодым, это значит быть молодым, где? Yeah.
А давайте-ка поддержим. Как танцевали, помнишь? Не, не помню. Лодочкой? Кто сказал лодочкой? Спряталась там за свою сладкую вату, да? И думаешь, мы тебя не заметим. А мы тебя заметим. Мы тебя... О, сразу в телефон уперусь. А милицию вызывать бесполезно. Вон они стоят. Они мне разрешили делать все, что я захочу делать. Вот, друзья, лодочку умеете делать? Покажи лодочку. Вот, я пришел сюда. Ну это не страшно, парень не обидится. Ты скажешь, я всего-то лодочку стоял, а ты мне что начал? Давай лодочку повторим. Да. Вот, друзья. Вот у меня в последнее время мысли такие, что вот, знаете, для русского нашего народа
очень важно, вот, чтобы удержаться на плаву, да, чтобы быть сильным настоящим народом, нужно быть сплоченным, объединенным. Вот как ты думаешь, вообще, друзья, люди в городе Алапаевск сплоченные, как вы считаете? Нет, давайте все вместе хором ответим, всем стадионам. У нас же стадионный концерт. Люди сплоченные в Алапаевске. Классные очки. Молодец. Молодец. Ты куда руку размыкнул? Что, он уже очки отжал, да? А у вас это, немножко гоп-стоп еще есть, да, на улице? Не, просто у нас есть. Отрабатывал у кого-нибудь телефон, только честно? Нет. Не уверена, закатывала. Безобразник. Ладно, друзья, я вам сейчас дам 20 секунд времени, чтобы продемонстрировать сплоченность алапаевского народа. За 20 секунд в этих самых лодочках, сейчас зазвучит веселая музыка, вот так, и в этих лодочках за 20 секунд должно оказаться как можно больше людей. Все, давайте в лодочку все, поехали! Идем в лодочку, я посчитаю потом, как можно больше людей. Поднимите руки, у кого хорошее настроение? Вот, 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 вот. Только мама с коляской подними руку тоже. Это у вас, я вижу, у вас музыкальный ребенок будет 100%. Это Алапаевск, let's go!